Киев потерял 40 миллионов евро помощи ЕС, ХАН. Украина выполнила всего одно условие программы на 50 миллионов евро, поэтому получит только 10 миллионов. Еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан в ходе визита в Киев 9 ноября выразил разочарование по поводу отсутствия прогресса в выполнении Украиной условий получения 50 миллионов евро по плану контракта реформы ради инвестиций, пишет Интерфакс Украина. «Я не хочу скрывать свое разочарование контрактом реформы ради инвестиций, где речь шла о помощи в 50 миллионов евро. К сожалению, только одно условие было выполнено. Мы могли бы использовать 10 МЛН, а остальные 40 миллионов будут потеряны. Это не то, что нас может порадовать», — сказал Хан на встрече с премьер-министром Владимиром Грейсманом в пятницу в Киеве. Отметим, новый контракт реформы ради инвестиций Хан предложил в конце апреля. Он предлагает Киеву доступ к новому финансовому инструменту ЕС, внешнему инвестиционному плану. Средства должны пойти на компенсации кредитования банковскими учреждениями и инвестирование в реальный сектор экономики. Для этого Украина должна была до парламентских летних каникул выполнить три условия. Обеспечить независимость регулятора в сфере энергетики, НКРЭКу. Обеспечить полноценное функционирование бизнес-омбудсмена. Отменить требования по электронному декларированию для антикоррупционных активистов. Ранее сегодня Хан встретился с премьер-министром Владимиром Грейсманом. В ходе встречи еврокомиссар отметил прогресс и регресс в украинских реформах. Новости от корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://tmi-korrespondent.net. По материалам сайта newsgro.com.